Сегодня около 15 часов посетители и сотрудники торгово-развлекательного комплекса «Титан-Арена» были экстренно эвакуированы. Людей попросили покинуть здание. Причиной, по неподтвержденной информации, стало сообщение неизвестного о заложенной бомбе. Также сообщалось, что по голосу предполагаемый телефонный террорист был пьян. Произошла эвакуация непосредственно по громкой связи, попросили покинуть помещение, и посетителей и сотрудников торгового центра эвакуироваться на улицу. Представители полиции и экстренных служб пока не дают никаких официальных комментариев.